На окраине Павлодара обнаружены стихийные свалки. Почти 30 гектаров земли засорены использованными медпрепаратами, стройматериалами и другими промышленно-бытовыми отходами. Как выяснилось, с 2001 по 2006 годы эту территорию арендовала строительная компания. После этого бывший песочный карьер долгое время оставался бесхозным. Нарушение экологического законодательства выявили прокуроры. Сейчас на месте свалки мобильная группа надзорного органа ведет комплексную проверку. За незаконный вывоз мусора нарушителям грозит административная ответственность. Убрать все отходы должны в течение месяца. На данной свалке есть, кроме строительного, бытового мусора, есть медицинские отходы, то есть медицинские препараты, где-то истекшим сроком годности, иные препараты, что может также быть опасностью для здешних. Вот, сами видели, здесь и люди ходят. Это может все попасть в город и вызвать какие-то определенные болезни и вирусы. На сегодняшний день в адрес отдела жилищно-коммунального хозяйства не поступало никаких предписаний прокуратуры о необходимости вывоза мусора с городских территорий. После того, как такое предписание поступит в отдел ЖКХ, тогда уже будут приниматься какие-либо меры.